Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые пациенты. Я являюсь врачом-гастроэнтерологом города Петропавловск, 2-й городской поликлиники. И сегодня я хотела бы познакомить вас с таким заболеванием, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или ГЭРБ, как мы говорим сокращенно, и о возможностях бесплатного обеспечения лекарственными средствами при лечении данного заболевания в рамках обязательного социального медицинского страхования. ГЭРБ – это заболевание, которое характеризуется развитием воспалительных изменений в слизистой оболочке дистального отдела пищевода вследствие повторяющихся эпизодов забросов кислого или желчного содержимого в пищевод. Характеризуется такими симптомами, как изжога, кислая отрыжка, жжение в пищеводе, за грудиной, в эпигастрии, болями при глотании. И также выявляются внепищеводные проявления, такие как кашель и боли за грудиной по типу кардиалгии. При лечении данной патологии используется несколько групп лекарственных средств, основным из которых являются антисекреторные препараты. В бесплатном обеспечении при лечении ГЭРБ существует препарат из группы ингибиторов протонной помпы – это омепразол, и H2-гистаминовые блокаторы – препарат фаматидин. Для того, чтобы пациент мог получить препарат на бесплатной льготной основе, в первую очередь он должен быть застрахован и прикреплен к поликлинике. Далее, обследован участкового врача, либо у профильного специалиста, в данном случае у гастроэнтеролога, выставлен диагноз, и пациент взят на диспансерный учет. Врач информирует пациента о перечне, об объемах и периодичности диагностических исследований, осмотрах, после чего назначается лечение и выписываются препараты на льготной основе. И даются рекомендации по здоровому образу жизни. Далее пациент с рецептом и с удостоверением личности направляется в аптеку, где ему выдаются препараты на бесплатной основе. У меня все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!